8002 Valve, уменьшенная модель робота на радиоуправлении Femisapien. Высота робота 22 сантиметра примерно. Робот умеет ходить. Если в него поставить две пальчиковые батарейки, включить, то мини Femisapien будет идти вперед. Чтобы управлять руками, либо головой, ну, нужно вручную, соответственно, этим заниматься. Батарейки заряжаются таким образом. Вот как видно здесь. В ноги. И кнопка включения-выключения находится на спине робота. Покупайте в магазине «Новая фантазия».